Всем доброе утро, ребят. Ну, не утро уже, наверное, день. Что у нас интересного? Сейчас посмотрим. Залетим изначально на немецкий сервер. Я хотел немецкий, а то что-то на английский забежал. Обновились акции, ребята скинули мне новые плюшки. Максим скинул, я заодно тоже сейчас зайду гляну. Так, шарик я забрал. Эту акцию я забываю. Забываю всегда фармить каждый день. Еще раз заберем запашки. Есть настолочка. Ну, немецкая настолка отличается от всех других. Так, что тут еще интересного? Базар пакеты. Поехали дальше. Новый коллекционер. Магазин скидок. Ну такое. Так, островок. Жесть просто. Когда уже собрал, начинает падать. Так, и тут у нас что-то есть. Так, что у нас еще? Ого, нифига себе, смотрите, 4 этих светятся. Захламили, короче, весь этот. Надо зарегистрироваться. Короче, все герои, которые есть в алтаре, побегут на регистрацию. А, так, через 2 аж дня. Так, давайте на атаку фортов зарегимся. На вечер, как обычно. Что я хотел вам показать? Поехали. Новые паки появились. Это накопление. Кстати, в накоплении начались продаваться осколки нового героя. Фанатика. А еще у них эти накопления появились. Новые эти. Мешки. 11 левела, как видите, что у них падает, скины и новые герои. Ну, в принципе, ничего такого особенного нет. Шансы, что там получается у нас по шансам. Так, блин, они здесь, по-моему, есть. От 10 до 30, 10-30, ну, то есть шансы довольно-таки неплохие вытащить. Нету, знаете, 1, 2, 3, 4, 5, как обычно, они это пихают. А, ну, в принципе, на следующую неделю... Где-то среда-четверг уже будет, думаю, в острове новый герой, как обычно. А также есть накопление за питомцев. Реально кайфовое, но надо самики. Что-то эту неделю не фармил особо. Петов здесь на немке собрать реально очень легко и без проблем. Тратя там некоторое количество самов. Но это за неделю можно собрать и без проблем потом потратить. А, такс. С этим разобрались. Я вчера уже не заснимал вечером. На Тайване открылся шарик и очень печально. Я надеюсь на немке, как всегда, будет совсем другой шар. Ребята в Castle Clash скинули вчера инфу. Сейчас глянем, что там. Что там они наделали? Ну, обнова, я уже вам говорил, обнова говно, как по мне, реально, ничего интересного нет, ни хрена не поменяли, ну, все как всегда. А, чему удивляться, хотя они всегда описывают, следующая обнова будет просто эпичной. Вот такой вот у нас шарик. Что мы видим? Мы видим расходники, да, эти камешки классная тема, в принципе, леденец и машинка, типа, почувствуй детство, я не знаю, к чему вот эти вот леденцы и машинки, ну, ладно, это просто... пикселя для сбора определенных плюх, но вот это вот нормально, да, там сменка для прокачки 15 скиллов, 20 камешков тоже неплохо, на титул нафиг надо, ну и конечно же вот скины, но здесь получается по 10 коробок, 10 коробок это вообще просто ни о чем, все, это весь шарик, ну просто говношар, как по мне, я не знаю. Я надеюсь, на немке будет немножко отличаться и сделают какие-то хотя бы еще обмены. Но это печаль. Просто вот эти скины, ну, я не знаю, с 10 коробок вы не соберете одного скина на одного героя. Это 100%, это уже проверено.
Ну, если очень-очень повезет, может кого-то вытащить. Но в большинстве случаев там 30-40 осколков вы соберете, это потолок. Печально. Я с 60 там собирал по 2-3 скина, ну а тут всего лишь 10. Расходники, вот эти вот камешки, да, их надо собирать, но без доната, я думаю, в ближайшем будущем не зафармят 15-е скиллы. Ну, это будет не очень скоро, потому что надо линейку героев собрать и еще прокачать хорошо. Эти камни, да, это плюс. Ну, в общем, все, что здесь есть, это вот это камни. Плюс, как понятно, что здесь можно дособирать недостающие скины, ну, все. Говношары и просто печаль. Самое, что не есть. Короче, херят полностью всю халяву, ну, вот интересную, скажем так, чтобы люди фармили еще. Ну, я надеюсь, на немке будет немножко другое. А, так, что-то у нас это скин, я думал, нового героя продают. Зефиры. Ну, короче, больше ничего такого нет. Все остальное печалька. Да. Батят на донат. А, поехали на английский сервер. Чекнем, что у нас на английском сервере интересного есть. Так, английский сервер. Апдейт гифты. Паки. Ну, аккумулейшн пак 7800, конечно, неплохой. По 100 за 3000, по 100 сундуков, ребят. Ну, вот многие мне нравятся, многие пишут, это нереально эти акции играть, там, ну, типа, дополнительные самоцветы, блядь. Пацаны за 2-3 часа вытаскивают. Я не знаю, правда, в какие они там определенно играют, но собирают. А многие жалуются, это нереально, это надо неделями сидеть. Я не понимаю. Альфа-самец за один пак уже продается. Все остальное полная дичь. Понятно. Еще по плюхам. Сякины, бонусы. Опять же, настолка. Ничего такого интересного тоже нет. Коллекционер. Ну, вот коллекционер, смотрите. За друида вы получаете 100 кулаков. Это вам надо месяц на битву гильдии бегать. За бочку... Я считаю, тоже бомбические плюхи, 300 камней, 100 книг, почему нет? Дискаунт. У меня монеток нет. Ну, в общем, тоже дофига всего интересного. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Ничего, как видите, нового нет. Сейчас еще заскочу на русский сервер, чекну, что там интересного. Ну, кроме сумок новых. Шар реально испоганили в этом сезоне. Прошлый сезон на немке просто офигеннейший был. Я надеюсь, на немке они все-таки, опять же, в этот раз отличатся. Потому что то, что сегодня было, это, конечно, полная печаль. На русском шарика нету. Накопление ни о чем. В общем, все как всегда, ребят. Одна печаль. Накопление 1 плюс 1. Выгода, подарки. Сокровищница, настолка. Поехали посмотрим, что на русском. Ну, на русском тоже, наверное, с оккультистом. Да, то же самое. То же самое везде. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю. Ну, реально, играть просто не во что. Ну, будем ждать новую локацию. Посмотрим, что там будет интересного. Но я думаю, что ничего интересного. Надо зарегистрироваться здесь тоже. Ничего интересного, к сожалению, пока
Нет. Точнее, не добавляют. Блять, обновы просто все хуже и хуже. Блять, нельзя даже обновами назвать. Это лишь бы выпустить обновление и два новых героя вклепать. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.